В Ульяновском дендропарке прошло выездное совещание в новом формате, получившее название «Социальный пикник». Глава региона в приветственной речи отметил, что в эпоху технологической революции и неослабевающего санкционного давления со стороны иностранных партнеров нет времени на раскачку. Необходимо семимильными шагами двигаться вперед. Поэтому вот мы должны с вами сейчас таким же образом двигаться вперед. Значительно быстрее, чем живут люди, которые ждут от нас комфортных взаимоотношений. Ждут от нас с вами умение их слушать, умение их слышать и умение очень быстро решать вопросы, с которыми люди обращаются. И, конечно, ждут от нас умение сотрудничать. На мероприятии были приглашены члены правительства и главы районов. За круглыми столами чиновники подвели итоги работы третьего форума социальных инноваций регионов. Он набирает с каждым годом обороты и говорит на самом деле о том, что мы должны понимать под инновацией в социальной сфере. Это все то, что приводит к улучшению для конечного потребителя, для любого человека в любой услуге, которую представляет социальная сфера. И здесь появляются новые форматы, здесь появляются новые поставщики этой услуги. Здесь появляется даже вообще новая услуга, которая не была затребована. И нам нужно реагировать на запрос. Вот сегодня перестройка социальной сферы как живое реагирование на запрос от населения – это задача номер один. На сегодняшний день разрабатываются новые формы работы. Востребована услуга социальной няни, которая может работать не только с детьми разных возрастов, но и с людьми старшего поколения. Большие перспективы у сельских центров реабилитации для инвалидов, а еще немаловажное направление – это серебряное волонтерство и отдых для всех категорий граждан. Мы еще показывали различные формы оздоровления детей. И был реализован тот проект, который мы, в общем-то, впервые озвучили в программе «Сколково». Это организация отдыха граждан Ульяновской области. Обычно принято говорить об организации оздоровления отдыха детей. Мы на сегодняшний день взяли на себя курс организации всех граждан на территории наших оздоровительных лагерей. Сегодня областным чиновникам нужно четко и слаженно работать в одной команде ради главной цели – благополучия жителей Ульяновской области и поднятия так называемого регионального индекса счастья. Вот эта вот осознанность в том смысле, что я понимаю, от чего мое счастье зависит, я знаю, что мое счастье зависит от меня, я не жду подарков от президента, губернатора, мэра и так далее, но чувствую от них поддержку. Да, вот, и тогда, если у меня есть вот эта вот цель, что и есть на самом деле один из важнейших элементов счастья, да, я понимаю, что люди, с которыми я живу, мне в этом помогут, ну тогда счастье будет. Подобное выездное совещание на открытом воздухе станет не разовой практикой. Как показали итоги работы за день, социальный пикник – это интересный и перспективный формат работы. Наталья Чумаченко, Юрий Ломатов. Новости Улправды ТВ.